В столице Чувашии стартовали субботники. В парках, скверах и других общественных пространствах наводят порядок сотрудники городских служб и сами чебоксарцы. О том, как город готовится к майским праздникам, говорили сегодня в столичной мэрии. Во всех районах города сейчас вырубаются сухостойные деревья, вывозится мусор. К слову, за прошедшую неделю из столицы уже было вывезено 13 тысяч мешков мусора. В экологических субботниках приняли участие более 17 тысяч человек. На этой неделе субботние мероприятия будут проводиться в зависимости от погоды. Будем ждать прогноз погоды. К концу недели будем надеяться, что земля уже подсохнет. Также на территории города из запланированных 100 мест захламления ТБО уже начата работа и уже убрано 7 участков. Работа будет активно продолжаться. Придется погоду ловить. Владимир Иванович планы корректирует. Все ждут от нас подготовленного города к первомайским праздникам. И мы совместными усилиями с привлечением горожан должны это сделать. 1 мая в Чебоксарах традиционно пройдет митинг-шествие. В нем примут участие сотрудники предприятий, профсоюзы, студенты, руководители города. Сбор и формирование колонн праздничного шествия планируется с 9 утра на улице Николаева и в сквере Чапаева. Шествие начнется в 10:00. Колонну возглавит духовой оркестр. Особое внимание в этот день будет уделено вопросам обеспечения безопасности. В местах проведения праздничных мероприятий, а также непосредственно близости к ним будет запрещена парковка транспортных средств по всему маршруту движения демонстрации. При невозможности самостоятельного удаления транспортных средств из указанных зон будет применена принудительная эвакуация. На данное мероприятие предусмотрено 7 автоэвакуаторов. Праздник весны и труда будут отмечать на нескольких площадках города, в парках культуры и отдыха, перед дворцами культуры, в библиотеках. Праздничные мероприятия также пройдут во всех учреждениях образования, культуры и спорта. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Александр Петров. Республика.